Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть растения против зомби 3. Так, забираем свои награды. Угу. Копится? Копится, друзья. Ну что же. Деревянная лига. Так, ивент комплит. Так, 3 победы, 6 и 9. Это что такое у нас тут? Ну, давай посмотрим. Какой-то, ребята, ивент у нас. Новенький. 3, 6 и 9. Опа-на. Оу, это случайно не зомби хлебные крошки, которого... Точно. Точно это он. Да ну в плане. Эй! Тихо, пацаны. Так, давай я сюда, наверное, подсумок поставлю. Но, скорее всего, нам нужно будет и не один подсумок, а несколько. Так, верхострелы начали бомбить. Нам надо вот сюда поставить. Это по-любому. Так, опять этот идет, хлебные крошки, блин. Идут хлебные крошки. Так, нам бы... Нам бы... Ой! И наверху пошел. Давай я, наверное, сделаю вот так вот. Поставлю сюда. Я так понимаю, голуби не смогут пролететь, да? Через... Орехи. Ну что, не так долго-то? О, так по ним всего лишь, ребята, один удар, один выстрел, и они падают. Так что голуби для нас вообще не проблема. И финальная волна. И финальная волна. Блин, а там хлебник идет. Тут защита. Слушай, а что они так быстро идут? А что так быстро идете-то? Блин, мне бы бонг чой нужен. Куда его поставить? Наверное, сюда. Давай, 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 бомби. Голуби эти мешают только нам. Так, сейчас у меня этот виноградина, ребята. Вот, вот, вот так вот. Давай по ним, по всем. Прекрасно. Мы прошли. Мы этот уровень прошли, и что? Один билетик получили. Слушай-ка, нам... Нам дают возможность приобрести капусту. Капусту-катапульту, я так понимаю. А вот это что такое? Тоже непонятно. Блин, ну и команда. О, смотри. Бесята на колесиках. Так, ловушку ставят автоматически. Что-то мне как-то не нравится наш, как тебе сказать, расклад. Нам дают кабачки и дают нам всего лишь бонг-чой, ну и орехи. Так, я надеюсь, он по этой волне, дорожке пойдет. Три волны здесь будет. Так, минус. Минус охламон. Я жду. Я, так сказать, выжидаю момента. Где они пойдут? Да, конечно, ага. Держи карман шире, охламон. Так, прикроемся здесь. Блин, наверху пошел. Сверху пошел.
То же самое, ребята. Через Бонг Чой. Потому что пока это самый, наверное, сильный, ребята, боец у нас. Из растений. Оу, хлебные крошки, друзья мои. Хлебные крошки идет. Слушай, а если я вот так вот. Вот так вот. Ну, чтобы он просто их не вызвал, этих голубей своих. Они мне сейчас в данный момент вообще здесь даром не нужны. Так, ставим сюда. Так, сверху укрепленный зомбарь идет в колпаке. Так, и сейчас, кстати, вторая волна пойдет. Да, в принципе, я готов. Сюда два ореха поставим. Так, подожди, нет, я не Бонг Чой, я хотел сюда поставить орех. Два ореха. Опять этот хлебник идет. Мы его чикнем. Через кабачок мы его ушатали. Так, с ведром. Тоже надо валить его. Ну, пока все под контролем у нас. Тут еще и виноградина созрела как раз вовремя. Блин, ну зачем ты сюда ягоды послал? Я могу сюда? Ага, можно. Я думал, что где ягодка стоит, я не могу ничего поставить. А оказывается, все можно. Ну и теперь проще пареной репы все будет у нас. По идее-то. Хлебные крошки уничтожаем. А, он успел призвать, да? Своих голубей. Голубятник несчастный. Да, ну шансов у них тут нету. Только отлетает ошметки от них. Блин, а что так дофига голубей-то? Эй! Дай-ка я ему нет. Так будет глупо, если я поставлю. Слушай, хлебник достал уже, а? Давай я так сделаю. Ядрен, Матрен, ты посмотри, сколько их здесь. Прыгнет он на него, как думаешь? Вот и все. Вот и доигрался, парнишка. А мы с тобой голубей этих завалим. Этап пройден. Этапчик у нас, ребята, пройден. У нас два тако. Они копятся почему-то. Так. Я хотел послушать музыку, ребят. А, вот она как звучит. Так, 100 монет, 30 без лимитки по времени. Оу. Это же заразительные сальцы, друзья мои, собственно, персоны. Так, еще 30 минут нам дополнительного времени дали. Забрать. Прекрасно. Прекрасно. То есть 2, 8 и 12 побед. Можно сделать. Да хорош, хорош. Хорош, я тебе говорю. Так, друзья мои, два така у нас есть. Давай-ка посмотрим. Спит здесь. В плане, нужно два билета. Черт подери, прикинь, нужно два билета. Это вот так, билетик я потратил, чтобы они сюда просто зашли и посмотрели на это все, да? А что такой скудный выбор? Оу, тут еще и фонарик этот знакомый, ребята, будет.
Выбор-то какой-то скудненький, прям посмотри. А, мне даже солнышко не дали. Плохо. Начинаем, само собой, ребят, на каждый ряд ставим по горхострелу. Это даже не обсуждается. Здесь будет две волны, получается. Они солнышко дают периодически, но сам видишь, очень мало. И я планирую, наверное, сделать вот так. Орехи сюда повыставлять тоже. Ну, слабый, конечно, слабый горохострел. То, что водичка их замедляет, это хорошо. Блин, давай второго поставим. Говорили. Так, я пока орех не буду ставить. Посмотрим, откуда они пойдут, а там уже определимся, куда поставить его в первую очередь. Хотя нет. Вау. На-ка. Пришлось, ребят, так сделать. Они бы запарились бомбить этих зомби с колпаками. Это я точно говорю. Бежит, ползет. Ну, с этим разберемся, я думаю. Чисто горохострелами их расстреляем. Руки вон отваливаются. Угу, ползет. То есть, я так понимаю, ребята, теперь у нас не будет такой халявы за один билетик что-то сделать. Теперь как минимум два билетика нужно, чтобы что-то... Хлебные крошки, ребята. Хлебные крошки. Он не успел. Прекрасно. Прошли мы этот этап. Контини. А у нас в любом случае, ребята, копится капуста. Так, заморозочка. Грибы эти даже здесь. Ну, что у нас там? Сделайте. Так. Клик-клак. Что-то там программирует. То есть в первую очередь они решили избавиться от этого зомби, я так понимаю, да? Что? Три билета? Да, ребят, нам надо теперь три билета, офигеть. Офигеть. Я же говорил, что не будет тебе по одному билетику. Теперь будет по три, по четыре, ой. О-оу. Ну, мне как-то вообще это не нравится все. Куда, чего, где, блин, как лучше поставить-то? Откуда пойдут? Так, я понял, а пойдут оттуда. Давай, наверное, вот так вот пока поставлю. Вот тут вот самое слабо защищенное место у нас получается. Так, этого зомби сейчас надо запинывать. Мелко-то запинали. Да ну, хорош. Нет, я пока не буду, ребят, применять. Вот бонг-чой я, пожалуй, поставлю здесь.
Ну, я так и думал, что снизу пойдут. Я так и думал, что они пойдут снизу. Давай сделаем вот таким вот образом. Ой, хлебные крошки идет. Ёк-макарёк, а у меня здесь никого нет под прикрытием. Ох, сейчас начнет тут раздавать. Это проблема, друзья, для меня. Да куда ты летишь-то там? Далеко так. Слушай, он заколебал, а? Придется так вот делать. Опять этот хлебник идет. Ну, твою ж налево. А тут еще и бронированный. Черт подери, тут еще и бронированный бежит, прикинь. О, спасибо тебе, виноградина. Хорош, ушатали. Такс, секунду, подожди. Давай, наверное, сделаем вот так. Блин, надо было вот сюда вот поставить пушинку и поставить кого-нибудь. Последняя волна. Тут как-то вот у меня не очень хорошая оборона получается. Слушай, тише, 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 ребятушки. Чего раздухарились-то? Упс. Да ладно, блин. А где хлебный... Вон он идет. Так, хлебные крошки я вижу. Ну, что-то тут дофига голубей. Слава богу, Бончей вроде бы справляется. Причем довольно легко с ними. Да, мы пройдем этот этап. Сейчас только голубь Пит приземлится, все. Так, окей. И это только первый билетик. Это только первый билет. Нам нужно еще два. Погнали. А уровень... Так, что у нас тут? То же самое, да? Ничего не меняется. Йок, макарек. О-оу. Так, что делаем-то? Ну, как бы и солнце нужно нам. Так, ну это понятно, паршивец бежит. Бежал. Бежал, да не добежал. Все, я понял. Давай, наверное, сюда поставлю Бончой для начала. Сделаем вот так вот. А, куда я поставил Бончой? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рэйчик, ты не туда поставил. Блин, ты ошибся линией. Пипец. Просто тупо ошибся линией, ребят. Вот так вот хотя бы сделаем. А я так понимаю, что и хлебные крошки здесь будет идти. Без него тут никуда тут не денешься. 100% тебе говорю. Вон он идет, блин. Вон и хлебные крошки, ребят, ползет.
Ну, конечно же, ну куда ж тут без него-то? Ай-яй-яй, все больше и больше вызывает. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Сюда поставим бунчой. Вот сюда надо кувшинку еще поставить. Так, виноградина созревает сейчас уже скоро. Ну, дайте одну... А, вот, солнышко есть. Хотя лучше всего через заморозку, ребята. Через заморозку лучше делать надо было. Повезет. Есть. Хорошо, виноградина прям под самый конец созрела и всех вырубила. То, что нужно. Сколько я буду тут собирать-то эту капусту? Один бой, а одну очку, ребята. А я нужно 28. Так, ну что, нам надо идти за третьим билетом, блин. Хочешь ты этого, не хочешь? А надо. Так, еще не легче. Еще не легче. Хорошо, я на воде буду ставить тогда. А чисто подсолнухи, а на земле буду ставить бонг чойчиков. Попробуем так разыграть. Так, ну первый пойдет здесь, зомби, 100% тебе говорю. Он мелкий бежит. Мелкий засранец. Да это так ему и надо, сейчас он отгребет. Такс. А вот здесь уже зомбарик идет. Поставим так. Но здесь суша, ребят, здесь они будут быстренько передвигаться. А может быть, здесь тактика была в том, чтобы на воде ставить? Знает, какая тут тактика. Да бунчуй с этим справится, это понятное дело. Единственное, что вот я думаю, ребят, может быть, все-таки заморозочку еще воткнуть на редке. Ой, блин, хлебник идет. Дело дрянь. Дело дрянь, они сейчас будут задевать. Зря. Задели голуби, ребят, эту фигню, и она сработала. И так получилось. Но здесь-то они не пройдут. Здесь-то они не... Блин, опять этот хлебник идет, а? Ну, заколебал он. Просто заколебал. Через заморозку попробую его, наверное. Так, а фиг ли... Нет, не то. Его, наверное, лучше вот так вот, ребят, бомбить. Да не тут, да ты твою, ты что делаешь? Во, виноградина, спасибо тебе большое. Созрело. Так, и остается последняя волна. До этого можно, в принципе, раздавить. А можно его так сделать? Блин, я думал, что это последний, ага. Ну. Опять хлебник, блин. Так, хлебные крошки сюда поставим тогда. Ой, хлебные крошки. Хлеб, заморозку.
Конечно же, заморозка. Какие хлебные крошки, ребят. Хлебные крошки — это зомби у нас. Вот так вот все поставлю. Да, ну нормально, нормально получилось. Я даже сказал по красоте. Все? Все. Ну что, 3 билета у нас есть. Давай смотреть, что там Дэйв программировал, изобретал. Так, ланчбокс. Ну, что ты, Дэйв, там придумал? Давай, показывай, колись. 3. Ну, я так понимаю, 2-1, да? 2-1. Проснулся. А! Они его в космос отправили. Вот оно что. Дэйв лишился своего надувного матрасика. Ага. Так, 1 билетик, друзья мои. Так, а у нас тут какая-то награда. Шикарно. Так, ну что, друзья мои, 1 билетик-то, я думаю, мне под силу будет забрать. Офигеть. То есть, получается, у нас с тобой одни ари... А, нет, там есть заморозка. Я же думал, вообще без этого всего. Ну что же, будем как-то выживать, ребят. Так, будет 2 мощные волны. Как орех долго скопится, а? Вот здесь вот, получается, 3 зоны, получается, беззащитных. То есть на них нам придется тратиться через кабачки. Получается так. Поэтому их, наверное, надо будет лучше всех усилять через орехи, опять же. Так, ну что, волна созревает, сейчас побегут. Ага. Первый активист пошел. Так. Замечательно. Давим, давим, давим этих. Потому что здесь в любом случае нам никак не защититься. Блин, кабачки, кстати, тоже очень долго откатываются. Поэтому нам, наверное, даже придется поджидать, пока они толпой подойдут. И только потом уже толпу надо будет всю толпу накрывать. Как вариант. Фига вас там. Ну, еще, я надеюсь, виноградин, конечно же, нам поможет. У нас еще и вот этот автомат. Я, в принципе, могу его заюзать. Не помогло. Ага. Ну, виноградина в помощь, как говорится. Ну а мы с тобой сейчас получаем, насколько я понял, сейчас мы получаем с тобой
Дерево какое-то будем сажать, короче. Ага, выберите. Ну, давай такое повеселее. Ну что, мне нравится, это все отлично. Деревья. Фига, у него там аппарат. Так, теперь он, я так понимаю, решил починить вот эти водяные горки. Водные горки. Сколько билетов требует? Два. Два билета надо. Два билетика нам понадобится. То есть две заходки. Упс. А что так много? Почему так много на воде? Вы мне дали этих камышей или как они, лилий. Раз, два, три. Три волны еще к тому же будет. Первый, как всегда, пойдет здесь. Ну, давай сделаем, наверное, вот так. 100% хлебные крошки пойдут. Так, тихо. Парень, куда ты? Ой! Да блин, ну Рэй, ну куда ты ставишь? Ну ё-моё, ну... Косорылый, что ли, я не понимаю. Не видишь, что ли, что... Офигеть, они там поглощают. А чё он так быстро по воде-то идет? Мне нужен бонг-чуй как можно быстрее. Справимся ли мы тут с этими охламонами-то? Их тут дофига. Так, этих он нокаутировал. Хлебные крошки, ребята, на верхней линии идут. Проблема в том, что у меня вот этот ряд не защищен. Вот этот нижний. А хлебные крошки будут, по-моему, 3 рядка занимать, да? За голубей, за этих. Так, сейчас следующая волна пойдет. А голуби еще жрать начинает, смотри. Раз, два, три, четыре, четыре подсолнуха. Нет, давай, наверное, будем на бонг-чоя копить. Сюда я его поставлю, чтобы он заранее уже бомбил. Так, виноградина созрела. Тем лучше для нас. Так, ребят, последняя волна. Надеюсь, отобьемся. Ну, если что, автоматик применю. Смотри, тут что-то их дофигище. Замечательно. Я еще вот так вот сделаю. Ну да. Скорее всего, здесь победим. Вот этого главное щелкнуть еще по носу. Готов, хмареныш. Так, ну один билет-то мы получили. Нам надо два. Я задолбаюсь эту капусту, ребят, копить, если честно. Просто задолбаюсь.
слишком дофига надо там этапов пройти. Ну что, погнали. Ого, ребята, дали камыш электрический, прикинь. Тысячу лет его не видел. И вот тебе, на, явился родной. Так, подожди, а как-то вы странно сделали. А сюда-то я как поставлю? Кого-либо? Или камыш будет задевать? Сейчас посмотрим, как это будет действовать. Блин, ну урон, конечно, вообще ни о чем. Давай честно скажем. Урон просто ни о чем. Не, ну если тут будет камышей в три редка, может быть. Да, ну, они обычно у зомби-то еле-еле укладывают. Слушай, а по этой дорожке они, по-моему, бегут намного быстрее, да? Посмотрим сейчас, что из этого получится у нас тут. Мне не нравится только одно, ребята, что мы не можем прокачивать здесь зомби в этой игре. Ой, зомби, блин, растение. Ах ты, хлебные крошки идет. Может его как-то так? Блин, так там сверху еще идет хлебник. Все-таки успел, да? Успел все-таки позвать своих голубятню эту. Да пошли вы. Буду я еще тут на них любоваться. Камыш так себе, такое, ребята, себе наслаждение. Я ожидал от него, ну, побольше хотя бы, помощнее, так он как-то... Он бьет всю пачку, да, но урон маленький. Может быть, под заморозкой было бы самое то. Ну что, давай чини. А, он улучшил робота. Я думал, что он будет улучшать это, а он робота улучшил. Так, ну здесь попроще, здесь один билет всего лишь надо. И я так понимаю, он будет чистить нам бассейн. Угу. Скорее всего. Давай я, наверное, так сделаю для начала. А вот тут вот как... я понял. Я понял, на что вы намекаете. Да, орехи здесь не ставятся. Это земля, ребята, как сказать, выжженная земля. Здесь помогут чисто вот эти вот. Вот ты посмотри. Видел, да, сколько им нужно бомбить, чтобы уничтожить одного мелкого. Про остальное я молчу вообще. Упс. Эй-эй-эй, а вот этих-то мелкашей. Давай. Надо, естественно, прикрываться. Так, минусанули. Ать! Хлебник идет.
Слушай, а хлебные крошки-то, он... Ё-моё, я так и думал. А, мы подобьем их, нормально. Куда ты пошел? Конечно, я тебя так и пропустил здесь, по этой зоне. Я кликнул? Я нечаянно, ребята, кликнул. Нечаянно. Ну тут вообще изично. Ага, с ведром идет. На голове. Да хотя, в принципе, у нас тут защита есть. Этот стоит. Я сейчас еще вот сюда камыш электро поставлю. Да еще и виноградина созрела. Как раз, кстати. Нормально. Так, ну что, билетик мы с тобой получили. Давай там, я не знаю, там, чинить бассейн или что он там будет сейчас делать. Ну давай, давай, не бубни там. Чисти бассейн, тебя зачем апгрейдили? Да ты снимаешься, что ли? Он издевается, блин, ребят. Два задания надавал, на три билетика и на два билетика. Ну, что-то починка какой-то игрушки. Офигеть. Три, пять билетов нужно, ребят. Ой, пять билетов. Блин, а что вот по этой земле ставить? Бунг-чуи нету. Что-то ума не приложу. Камыши, что ли? Ну, я так понимаю, камыши надо ставить тогда здесь. Получается. Ладно, посмотрим. Упс. Да, тут, наверное, придется камыш ставить. А, нет, ребят, не камыш. Заморозку. Наверное, скорее всего, так нам придется делать. Смотри, мы... Он слабый, камыш. Он еле разбирает этого хмыреныша. Да. А стоит, блин, 5 единиц энергии. Ну, что-то как вообще не солидно. О, еще и хлебные крошки. Ну, вообще замечательно. Лучше и быть не может. Слушай, а ну мы его вырубили. Так, сюда попробуем еще электрокамыш поставить. И вот на этот ряд, ну, по-любому надо. Сейчас волна, кстати, пойдет. Солнышко. В руках, блин. Надо сюда все-таки ставить. Давай попробуем. Если что, ребят, есть нам чем защититься. Призвал все-таки, а? О, виноградинка в помощь. Ну, радоваться пока еще рано, еще будет волна.
Ну, я думаю, что этого будет достаточно нам, чтобы их тут разбомбить всех. Я еще сюда кому-то поставлю. Если что, применим с тобой другой автомат. И будет нам тут счастье. Да? Все, ребят. А, вон внизу еще один. Зомбарь не путем уйдет. Ну что я тебе скажу, очень даже прекрасно тут получилось. Называется задолбаешься копить на капусту. Трындец. Только 15 из 28. Это еще 13 этапов нужно пройти. 13 очков нужно работать. Ну, что у вас там? А, мне еще билет нужен. Тьфу ты. Мне еще билет надо. Окей. Ох, ё-моё. Так, ну эти зоны вроде более-менее защищенные. Интересно, а если вот, например, он пойдет по воде? Я имею в виду зомби. Он будет получать больше урона от электричества или нет? По логически, ну, если логически рассуждать, то он должен получать усиленный урон. Согласись. Но я сомневаюсь, что здесь применяются элементы физики. Так, попробуем. А выиграет ли у меня это дело-то? Да вроде как пока все нормально. Но электрокамыши не справляются. Давай так поставим с тобой. Угу. Угу. Так, давай-ка, браток, поработай на благо. Заморозка, заморозка, заморозка. Стоит ли мне заморозку ставить? Я думаю, что пока не стоит. Не буду я пока ее ставить, ребят. Вот бомбчу, и я, наверное, сюда влеплю. А, это последняя. А, вот последняя волна. Мне надо сюда что-то хорошее. Желательно бы базуку поставить. Давай. Ой, хлебная крошка. Блин, надо было потерпеть. Ну фиг с ним. Фиг с ним. Что-то я не увидел, что виноградина там созрела. Давай, давай, давай. Я посмотрю. Хочу посмотреть, что там за две. Что ты там починишь? А! Да, грибок. Хорошая работа. Только ланчбокс получаем. Так, ну что, друзья мои, давайте-ка мы, наверное, на сегодня закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.